Рекорд вчера в Екатеринбурге, температура воздуха была 21,3 градуса, это как бы суточный рекорд. То есть вот этот вчерашний день, из всех вчерашних дней, из всех дней 6 числа, это самая высокая температура, какая наблюдалась у нас, зарегистрирована нашей метеостанцией. Достаточно тепло. Градусов на 8 теплее, конечно, чем обычно. Среднесуточные они, ну, были характерны такие средние температуры, они более характерны, ну, скажем так, для начала сентября, может быть, или для конца августа. То есть это очень высокая температура, конечно, 20 градусов для октября, но они случаются, если, скажем, раз примерно в 5-6 лет такие температуры отмечаются в октябре. Подобные. Ну, похолодание, да, уже близится. Завтра, может быть, последний такой по-настоящему теплый день. До 13-16 градусов тепла в дневные часы. И без осадков, а в дальнейшем все-таки надвинется на нас циклончик, который принесет осадки в виде дождя. В горах может быть снежок.